Времени доброго суток. Готовимся к посеву мицелия. То, что мы видим сейчас перед собой, это маточный мицелий. Маркировка, ну это такая внутренняя маркировка. Это первая цифра означает штамм, вторые две цифры означают день засева, буква означает месяц, и буква М в конце означает, что это маточный мицелий. Вот. Довольно плотно он такой сросшийся, но для посева он нам не подойдет. Немножко я начал вот это делать. Перед тем, чтобы его можно было нормально засыпать, нам нужно будет сделать вот такое мероприятие. Если мы будем делать это мероприятие слишком интенсивно, мы можем разорвать пакет, и после этого маточный мицелий довольно таки активный, его можно будет высеять когда просто на блоке, его активность не позволит там вырасти никакой плесени и всему остальному, но жалко, что он пропадал такой пакет, поэтому делаем это так, без фанатизма, но все-таки с усилием. Нам нужно сделать таким образом, чтобы внутри у нас осталось одно зерно. И вот сейчас буду делать вот эту процедуру. Сейчас, наверное, остановим камеру. Нет в этом смысла, но в принципе наша задача в том, чтобы вот эта сырная головка превратилась в упаковку с зерном. Вот этим мы и занимаемся. Сейчас мы проделаем вот эту манипуляцию, а потом вернемся еще к одному важному моменту.